Вот бывает такое состояние, когда ты счастлив не потому, что получил высокую зарплату, или не потому, что вот по какой-то такой особенной причине, а беспричинно, вот бывает такое. И кажется, даже вопреки всему, вот как-то все у нас не особо ладится, а ты ощущаешь какое-то внутреннее счастье. Вот следующая песня об этом.